Обращение к народу. Здравствуйте, все российские люди, я ваш премьер. Чтобы жили вы лучше, приняли ряд эффективных мер. Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали. Занимались мы вашими нуждами и заботами. Я рад сообщить вам итоги работы последних лет. Результаты есть, просто денег нет. Хорошего вам настроения. Хорошего вам настроения. Хорошего вам настроения. Вы держите здесь, просто денег нет. Все рассчитано, все работает, как часы у нас. Продается нефть, продается лес, продается газ. Заключаются сделки крупные с иностранцами. И текут отовсюду большие потоки финансов к нам. Такого подъема страна не видела много лет. Чем гордиться есть, просто денег нет. Хорошего вам настроения, вы держитесь там. Хорошего вам настроения, просто денег нет. Хорошего вам настроения, вы держитесь здесь. Просто денег нет. В общем, такие у нас отличные новости. В отпуск уходим радостно, с чистой совестью. Награду за то, что работали мы, не смыкая глаз. Ждут роскошные яхты, частные самолеты нас. Ждут Мальдивы нас, Монте-Карло ждет Лондон и Пхукет. Мы бы взяли вас, просто денег нет. Хорошего вам настроения и всего доброго! Здоровье главное. Хорошее вам настроение. Главное это здоровье. Вы держитесь здесь. Просто денег нет. Опа! Хорошее вам настроение. Хорошее вам настроение. Осенью увидимся. Хорошее вам настроение. Вы держитесь здесь. Просто денег нет.